Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Послушай, Меченый, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому... Сильные аптеки. Включится таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Будь осторожней и не забывай про таймер. Thank you.
покиньте опасную зону. Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел! Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север.
сейчас их помощь. Вернусь в задание, обязательно найду Бродника на кордоне. Он там частенько бывает. А через него выйду на доктора. Если стрелок все еще жив, то доктор точно знает, где он. Да. Ну, это потом. А сейчас иду один. В эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. Он только обуза, которую придется оберегать. Васильев в последний момент струсил. И вместо того, чтобы отключить нижние пульты, просто сбежал. Когда открылась дверь, не надо было на него полагаться. Правильно, стрелок. Не доверял этим лживым собакам. Мой единственный шанс добраться до двери раньше контролера.